Людям всегда не хватает в жизни чего-то веселого. Монгольская кинокомпания Шинеуе Продакшн намерена с этим поспорить. Ее новая комедия называется «Дважды два равно пять». Режиссер этого фильма Шинеуе Арион Болт, он же сыграл в нем одну из ролей. С ним работали артисты Аюнтуул, Алдермаа, Ганбаяр в главной роли. Фильм был снят по мотивам произведения французского автора Марка Камилетта. «Мы очень рады, что сняли фильм по мотивам известного произведения. Мы смело можем пообещать, что кино вызовет большой бум среди зрителей. Почему? Приходите и увидите». Это произведение переводили и театрализовали в 57 странах, поэтому как перевели с французского и экранизировали его монголы, вызывает очень большой интерес. Марк Камилет сам говорил, что каждый и где угодно может ставить мое произведение. Но только будьте осторожны, сделать его таким же веселым очень трудно. Наш учитель Ганхояк перевел нам сценарий с русского. Наш преподаватель переводил произведение Чехова и преподавал нам. Многие произведения Чехова юмористические, и ему, наверное, было нетрудно. А вообще не слова, а события этого фильма сами по себе очень смешные, и нам было легко сниматься. Киноиндустрия в Монголии стремительно развивается. Самое главное в этом то, что каждый из фильмов выводит зрителя на новый уровень. Осталось дождаться его мнения в отношении очередной премьеры. Станислав Хазагаев, Дэн Сма, Откомбат, Аист Монголия.